Сәлеметсіз бе, балалар? Сейчас. Кинсигин, блин, кондиционер этот, блин. Включил я вам костер, значит, вот такой вот, нормально, что... Кинсигин это батирок. Да, я что, не знаю, что ли? И по красоте, что ли? Вот, вот так вот кнопочка пришла, вот. Смотрите, такая вот. Вот, YouTube. Что нам пишут? Поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Это серьезный результат, ведь чтобы привлечь на канал такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой приятный, а нет, памятный подарок, серебряную награду. Теперь ваша задача удержать аудиторию и заинтересовать новых зрителей. Тырым-пырым. В общем, это от Сьюзен Ваджицки, от генерального директора Ютуба. Кнопочка к нам пришла. Блогеры говорят, что она долго идет, что-то там несколько месяцев, лет там не знаю чего. Пришла, ну, буквально за месяц один. И то задержки были на таможне, и вот так это добро выглядит. Давайте смотреть. Это можно выкинуть к черту. Так, вот, вот такая вот штучка в упаковочке. Давайте вытащим. Вот, блестит, смотрите, как блестящая. Деньги в интернете, 100 тысяч подписчиков. В общем, что я вам хочу сказать. Это совместная работа, мы для вас делаем очень сложный контент, который мало кто делает на YouTube. Это образовательный контент, вы нас поддерживаете лайками, подписками, просмотрами, рекомендациями. Мы вам благодарны и будем выпускать еще другие видео, полезные, приятные. Оставайтесь с нами. Так, ну давай как-нибудь. Так, наверное, сюда поставим, тут получше будет выглядеть. Джойстики эти, блин, ёлы-палы. Вот так. О, четко, классно. Я вам уже несколько раз рассказывал про официальную монетизацию на YouTube, то есть через Google AdSense. Сегодня расскажу еще о двух инструментах для заработка, официальных от YouTube. В новой творческой студии в разделе «Монетизация» можете заметить первый вариант — реклама в видео, второй вариант — фирменные товары и чат. Реклама в видео — самое простое и самое основное, я вам показывал, и вот теперь такие разделы появились: фирменные товары и чат. Что касается фирменных товаров, рекламируйте товары с логотипом своего канала в специальном разделе под окном проигрывателя. Партнерство налажено с Teespring и написано следующее: до конца 2019 года, июня, вы будете получать от платформы Teespring бонус в размере $1 США за каждый товар с сайта, проданный благодаря рекламе на YouTube. Если у вас больше 100 тысяч подписчиков, вы можете попросить специалистов оценить дизайн товара. Если же аудитория более 500 тысяч, вам будут доступны персональные консультации по созданию фирменной продукции. Если мы перейдем на сервис, то здесь можете заметить, как это примерно выглядит. Футболочки печатаются, вот так выглядят, ну и вы сможете их продавать под брендом своего канала. Так можно делать различные элементы дизайна. Что я думаю по поводу такого метода монетизации канала? Я считаю, что в нем большого смысла нет, ведь есть множество нормальных русскоязычных партнерок. Например, все Майкеру себя зарекомендовали, можно с какими-то локальными фирмами сотрудничать, многие блогеры это делают. Если мы спустимся вниз, то видим кнопочку «Партнерская программа». Доступно два варианта: создай свои товары или открой свой магазин. То есть вы можете открыть собственный магазин, создать в нем товары, все это делается совершенно бесплатно и получать 25% с продаж. Я считаю, это неплохо, нормально, можете работать таким образом. Официальную монетизацию товарами я смысла не вижу использовать. Теперь по поводу чата. Это третий способ монетизации на YouTube, называется суперчат. Доступен он в прямых трансляциях на канале. Когда вы запускаете стрим, у вас появляется область, где пользователь могут задать вопрос, написать что-то, скинуть ссылку. Так вот, там можно сделать платные сообщения. Это и называется суперчатом. Нажмем подробнее, и я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот информация о суперчате. Вот так выглядит трансляция, сообщение. Вы указываете сумму, которую прикрепляете, пишите комментарий. Сверху он вылазит, и сообщение подсвечивается. То есть автор точно замечает ваше сообщение, отвечает на него. И таким образом вы спонсируете немного денежкой и получаете ответ на свой вопрос. Для авторов это неплохой способ заработать, но на данный момент существует более удобная модель монетизации – Donation Alerts. Главный инструмент стримера – зарабатывайте на трансляциях, повышайте качество и интерактивность стримов с помощью виджетов, голосований и других функций. Нажмем «Посмотреть», вот, например, Twitch, можно использовать любую платформу. Смысл работы данной партнерки таков. Платные сообщения – вылазит имя, кто отправляет, сумма, которую он задонатил по ссылке, которую указывает автор в описании. Здесь пишет сообщение «Спасибо за стрим», и таким образом вы получаете деньги, отвечаете на вопрос, и все то же самое.
самое без проблем реализуется. Можно при помощи виджетов отображать подписки, кто подписался на канал, делать сбор средств. Например, вам нужно собрать деньги на новый фотоаппарат, вы пишете 50 тысяч сумма сбора, здесь вот можете посмотреть, указано 180 тысяч, вы пишете любую сумму, и при помощи удобного графика эта сумма копится, люди вам скидывают денежки, прикрепляют свои сообщения, вы на них отвечаете, и таким образом происходит взаимодействие. Ну и последние два варианта – голосование. Голосование. Если вы играете в какую-то игру, нужно проголосовать, какую карту выбрать. Запускаете голосование, люди голосуют, и вы так играете. Размещайте от зрителей медиафайлы и проигрывайте их на стриме. То есть вам какой-то видео вопрос могут отправить, либо приколюху. И также все это работает, как с сообщениями. На этом я буду заканчивать. Выбирайте свой способ монетизации. Для каждого канала он индивидуален. Делайте все оптимально. Например, можно использовать суперчат и донаты. Тогда ваш доход максимизируется. Я желаю вам удачи в работе и заработке. Ставьте лайк, если понравилось, и до новых встреч!